В Екатеринбурге появится храм в честь святого страстотерпца, праведного врача Евгения Боткина и в память всех врачей нашего Отечества. Новая церковь расположится в Академическом районе. Крест на месте возведения Дома Божия в день медицинского работника осветил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Еще совсем недавно здесь был лес, а теперь будет Дом Божий. Начиная с сегодняшнего дня здесь регулярно будет совершаться молитва. Прихожане нового храма будут собираться на молебны, не дожидаясь окончания работ, ведь возведение Дома Божия требует времени, а душа уже просит молитв к святому врачу. Помимо стройки, всегда традиционно совершаются молебны. И мы также здесь будем совершать молебные пения страстотерпцу Евгению Врачу, чтобы его ходатайством перед престолом Божиим Господь помог бы совершить и завершить это строительство в самые кратчайшие сроки. Мы живем в Академическом микрорайоне и ходим в Благовещенский собор. А сюда пришли, потому что почитаем святого врача Евгения, поэтому не могли пропустить закладку храма в его память, в его честь. В Академическом уже целых два храма. Насколько нужен третий? Все равно далеко ведь храмы-то друг от друга находятся, а народу очень много. И я думаю, что это очень хорошо, что храм еще один будет. Храм станет частью медицинского кластера, который планируется здесь выстроить. Медицинский кластер – это огромное будет совершенно мероприятие. В него будет входить НИИ охраны материнства и младенчества, новое здание которого первый камень в основании уже заложен был министром здравоохранения Вероникой Игоревной Скворцовой и нашим губернатором Геннадием Куйвашевым в марте этого года. И целый комплекс зданий университета медицинского, куда будет входить, кроме учебных помещений, еще и место проживания студентов, так называемый кампус, и спортивный комплекс, и свои коммуникации. И в том числе здесь будет располагаться вертолетная площадка для того, чтобы принимать тяжелых пациентов, которых будут перевозить из области. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа установлен крест сень на месте храма в честь святаго страстотерпца, праведного Евгения врача и в память всех врачей Отечества нашего, при святейшем патриархе Московском и сия Руси Кирилле, в лето от сотворения мира 7526-е, от Рождества же по плоти Бога Слова 2018-е, июня месяца. Участниками торжественного события стали ведущие медики Екатеринбурга. Также присутствовал правнук царского повара Ивана Харитонова, убитого вместе с царской семьей Петр Мультатули. С особым трепетом молился здесь епископ Нижнетагильский Невьянский Евгений, первый архиерей, названный при постриге в честь святого Евгения Врача. Настоящим событием для екатеринбуржцев стал приезд архиепископа Монреальского и канадского Гавриила. Господь Бог услышал глас молитв верующих людей, открыл сердца добрых людей, которые решили создать здесь, на этом храме, на этом месте, храм во имя святого праведного врача, страстотерпца Евгения Сергеевича Боткина, 100 лет назад пострадавшего здесь вместе с царской семьей и разделившего участь многих и многих тысяч людей русских, которые были погибли в это время, когда этот каток прошелся человеконенавистничества в нашей жизни. Вот сегодня у нас владыка, паломник, владыка архиепископ Монреальский и канадский Гавриил, он возглавляет делегацию русской зарубежной церкви, которая вот сегодня два дня, вчера была в Алапаевске, сегодня в Екатеринбурге посещает. Это же след нашего разделения, когда единый народ оказался разделен по разным признакам, и нас так далеко ушли друг от друга. Но слава Богу, мы сегодня молимся вместе, мы сегодня соединяем свои сердца в этой общей молитве. У нас одна Родина, и это для нас очень важно. Это для нас является неким базисом наших отношений. Напомним, доктор Евгений Боткин последовал за царской семьей в ссылку в Тобольск, а затем принял мученическую смерть вместе со своими высочайшими пациентами в Екатеринбурге. Он был верен царю и своему врачебному долгу до последнего вздоха. В феврале 2016 года он был прославлен в лике святых.